все во Вселенной состоит из частиц. Откуда они рождаются? Откуда мы появились? Как была создана материя? Кто мы? И куда мы идем? Эти все вопросы, ответы на них нам может дать Большой Адронный Коллайдер. Мы с вами находимся в Глобе, музее инноваций и науки. И это просто что-то космическое. And travel! Сейчас мы с вами едем в Глоб. Этот глобус был подарен правительством Женевы, мэрии, ЦЕРНу. Но знак признательности научной величины этого исследовательского центра. Этот шар, глобус, науки и инновации сделан полностью из дерева. Можете себе представить? Полностью из дерева. На верхнем этаже здесь находится лекционный зал. А с другой стороны находится музей. И туда мы сейчас с вами и попадем. Поехали. Приехали. Это труба коллайдера, с которой все могут сфотографироваться. Мы сейчас приковываем наши велосипеды и отправляемся внутрь. С понедельника по субботу с 10 до 5 вечера. А вот здесь вы увидите расписание фильмов, которые длятся 6 минут. Это фильмы на английском языке, а также есть фильмы на французском языке. Пойдем. Абсолютно все во Вселенной создано из частиц. Да, такие крутые часовые фирмы поддерживают ЦЕРН. А вы поддерживаете? Что? Начинаем наше погружение. Попадая сюда, погружаешься в какой-то просто инопланетный мир. Мир сфер, тайн и загадок. И каждая сфера вам может дать ответ на один из вопросов. Откуда берутся протоны на LHC? Как ускоряются частицы на Большом Адронном Коллайдере? Где, когда и зачем был изобретен интернет? Большой глобус, который не вращается.
как поймать антиматерию. Как в одной трубе умещаются два пучка частиц, бегущих в разные направления? А здесь ничего нет? Что же представлено на этой установке? Посмотрите, здесь таких много. А здесь ученые, которые занимаются исследованием на Большом Адронном Коллайдере. И некоторые места свободны, ребят. Может быть, для вас? Иди сюда, что покажу. Why is there life in the universe? That might sound like a strange question, but it relates to one of the greatest mysteries of physics today. The expansion of the universe. Very soon after the Big Bang, it seems that the universe expanded in a way that later allowed the formation of stars and eventually the evolution of life. Крутое место для релаксации. Отдыхаешь, расслабляешься, наслаждаешься 3D-звуком в этом яйце. И открываешь для себя Вселенную. И, кстати, сколько здесь этих шаров, столько и загадок вы можете разгадать. Каждый по своей тематике. А, я забыла совсем показать. Здесь находится большая камера Вильсона, настоящая. На ней вы можете видеть частицы, которые прилетают из космоса. Это детектор космических частиц. Подобный тому, что мы показывали в одном из наших видео, такой большой, да? Да. О том, что это такое и зачем, вы можете посмотреть вот по этой ссылочке на канале нашего друга. Здесь вы можете видеть своими глазами частицы, которые к нам прилетают через много-много-много-много-много километров вот сюда на Землю, и здесь они фиксируются. Магия, магия, просто магия. Это была моя мысль в 5 классе, когда я первый раз познакомилась с физикой. Физика равно магия. А еще здесь должна быть статья, кстати, Питера Хиггса про открытие бозона. Где-то она была, я не помню где. Нашла. Кто придумал бозон Хиггса и что привело к его открытию? Где находятся эксперименты на кольце? Сейчас, ребята, с вами здесь. Здесь находится глобус. И посмотрите, какой глобус и какой размер суперпротонного синхротрона и большого адронного коллайдера. Вот это Атлас, Элис. Вот отдалекий CMS и LHCb около аэропорта.
этими вспышками и занимаются ребята, которые ведут эксперименты. Вспышка — это с ударением частиц. Здесь раз в час показывают фильм о происхождении Вселенной, большой взрыв и как была рождена материя.